Такого количества красивых людей на одном мероприятии, пожалуй, еще не было. Впрочем, как и самого мероприятия. Яркие, изящные наряды девушек, строгие костюмы юношей, в которых они кажутся вполне взрослыми людьми. Все они выпускники 2016 года. И те самые счастливчики, чей выпускной впервые с таким размахом и в новом формате отмечают в Щелковском районе. Идея проведения единого выпускного вечера вполне успешно из мечты превратилась в реальность. Сказка стала былью для 619 ребят из районных школ. Основная идея праздника – в новую жизнь на корабле, плывущем на все четыре стороны света, выходя из стен школы, отплывая во взрослую жизнь. Впереди ребят ждет выбор. Какое направление выбрать, каждый решает сам. Но, несомненно, главной целью организаторов было не просто собрать всех воедино, а подарить выпускникам незабываемый вечер. Самое главное, чтобы у детей было ощущение праздника, и чтобы они сегодняшний день запомнили на всю жизнь со знаком «плюс», и чтобы они, может быть, нашли здесь новых друзей, новых товарищей. Подружиться, а возможно и создать пару, если не семейную, то хотя бы танцевальную. На этом балу не обошлось, конечно же, без танцев. Приглашенные танцоры дали несколько мастер-классов, которые с удовольствием поддержали выпускники. Много будет обучающих элементов, ребята будут вальсировать, отправляться на корабле на все четыре стороны света, и на каждой стороне света их будут ожидать определенные сюрпризы. Поэтому мы надеемся, что все будет очень хорошо, удачно. И надеемся, что это новая традиция Щелковского района. Традиция и правда замечательная и достойная. Все, кому посчастливилось стать участниками этого действия, явно были довольны. В начале мероприятия все школьники проходили на специальный подиум, словно по красной дорожке, красиво вышагивая под вспышки фотокамер. Ребята выстраивались для памятной фотографии с руководителями района и гостями. В ожидании начала концерта ребята делились планами на предстоящий вечер и оценили идею общего выпускного. Да, хорошая. Да, мы ждем много веселого вечера, да. Хорошего и запоминающегося надолго. Сам главное, очень красиво все будет. Да. Мы сегодня звезды, прям чувствуете себя звездами? Да. Что ждешь? Жду какого-нибудь безбашенного веселья, где все будет круто. Юные красавицы дефилировали не хуже профессиональных моделей, демонстрируя потрясающие наряды. Так, выпускница 12-й школы Виктория Михайлова. Выпускной ждала с нетерпением. Медалистка она в этот день блистала вшитым мамой платьем. Вальсировала и, несмотря на волнение, была очень счастлива. На самом деле, очень волнительное событие. Последний день в школе, можно сказать. Очень тщательно готовились, чтобы хорошо выглядеть. Под звуки оркестра выпускники проходили на церемонию поздравления и вручения специальных наград в зале УСК, который, надо сказать, изменился в этот день до неузнаваемости. Отметили медалистов, стобальников по ЕГЭ и счастливчиков осыпали золотой мишурой. Мечты ребят в этот день, конечно же, должны были сбыться, а перед тем, как пуститься в самостоятельное плавание, они получили не просто поздравления, а мудрые наставления и пожелания. Вы сегодня птенцы Щелковского муниципального района. Закончилось... Одна часть вашей жизни – это совсем небольшой ее этап. Это первая ступенечка, которая позволит вам в дальнейшем в этой жизни реализоваться. И сейчас вот здесь вы стоите, будущие врачи, ученые, строители, военные. И всех вас мы ждем потом в нашем Щелковском районе. Этот день празднуют вся страна, и она радуется вам, то, что вы выходите на свою дорогу, и вы пойдете по ней правильно, потому что вы этого достойны. Вы живете в такой стране, где все для вас, и мы для вас, и мы все сделаем для вас. Действительно, ваш корабль отправляется по жизни. Счастливого вам пути, и, как говорят моряки, 7 футов под килем. Красивое масштабное путешествие началось. Пары кружились в вальсе, зажигали под ритмы сальсы, танцевали ламбаду. В общем, как и подразумевалось, побывали на четырех сторонах света. На улице выпустили воздух импровизированный корабль мечты, взмывающий под аккомпанемент желаний самих выпускников. Ну и, конечно, традиционная дискотека под зажигательные песни сопровождала весь последующий вечер. Выпускной 2016 в самом разгаре. Выпускники танцуют, отдыхают, в общем, наслаждаются этим замечательным днем своей жизни, который уже никогда не повторится. Как вы считаете, мероприятие удалось на славу? Да. 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 А вы загадали желание? Да. Конечно. Как же без этого? Замечательно. Отлично, нравится, очень нравится. Оно мне очень понравилось. Я думаю, что оно мне запомнится надолго, и это очень хорошо.
Очень много положительных эмоций, и я рада. Ну и, конечно, такой грандиозный праздник не обошелся без яркого и разрывающего на миллион огоньков неба салюта. Лилия Тимиева, Михаил Черепанов, Сергей Максимов, Сергей Василевский, Игорь Поляков, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».